Сезонна алергія дошкуляє багатьом – і дорослим, і малим. Як уникнути цих сезонних неприємностей? Про це ми поговоримо із нашою гостею. Це міський дитячий алерголог Вікторія Яцишина. Доброго ранку. Доброго. Дякую, що завітали до нашої студії із такого нагального питання, гострої проблеми. Тому що саме зараз, наприкінці літа, багато людей страждають на такий недуг. Что это такое сезонная аллергия? Звідки она берется? Ну, аллергических заболеваний достаточно много. Они являются определенной реакцией организма на внешние раздражители. Это могут быть бытовые раздражители, могут быть пыльцевые, пищевые, медикаментозные, самые разные. Естественно, когда происходит полинация, то есть выделение пыльцы определенными растениями, она разносится ветром, человеческий организм на нее пытается реагировать. Иногда не очень хорошо в виде таких заболеваний, как полинос. Полинос – это объемное понятие для нескольких видов заболеваний. Это может быть аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, бронхиальная астма, крапивница, дерматит, которые причиной является именно пыльца растений. Для Николаевского региона очень характерно именно летний-осенний период. Это где-то середина июля до конца сентября месяца, когда происходит полинация таких растений, как амброзия, циклохена, полынь, лебеда и подсолнух. В нашем регионе выращивается этого растения достаточно много. И, сдавалось бы, такая гарная квитка, а теж небезпечна. Конечно. Плюс еще мы употребляем подсолнечник в виде пищевых продуктов, и здесь происходит перекрестная реакция. Поэтому достаточно много сейчас людей чувствуют себя неплохо. Они начинают чихать, кашлять, у них появляется выделение из глаз. И общее состояние у многих страдает намного больше, чем при других состояниях. Это нарушается и координация, нарушается общее состояние. Человек постоянно находится в состоянии болезни. Очень у многих детей мамы расценивают это как вирусную инфекцию. И начинают лекувати вирус. Так, они принимают противовирусные и остальные лекарственные препараты, которые являются малоэффективными. Часто очень у таких деток есть отягощенный анамнез аллергологических, то есть у них ранее были проявления в виде кожных аллергических реакций, и в дальнейшем это переходит уже в такие заболевания, как аллергический ринит или бронхиальную астму. А как же отличить аллергию от вирусного заболевания? Дело в том, что аллергическая реакция практически никогда не протекает с температурной реакцией, только тогда, когда происходит осложнение. То есть, если вы заметили, что на протяжении там, 1-2-3 сезонов ребенок чихает, кашляет, у него выделение из носа, глаз, при этом нет лихорадки, вы обязательно должны обратить на это внимание, обратиться к аллергологу для консультации. Если же это повторяется больше, чем 3 года, то есть, наверное, нужно обследование для того, чтобы исключить аллергические реакции. У меня на приеме сейчас достаточно много людей, которые приходят уже со стажем, так сказать, имея уже 3-4-5 лет страданий в этот период. И, естественно, при обследовании мы выставляем диагноз, подтверждаем, что есть аллергическая реакция к пыльце растений. Вот так. А скажите, как же діяти, если выявлено и доведено, что все-таки это аллергичная реакция, ее лучше попереджувати завчасно? И как с ней от в цю мить боротися, коли рослини квітнуть, нічого ми їм не зробимо, а якось стан покращувати необхідно? Ну, существует, так называем, несколько видов профилактики. Первичная, вторичная, третичная. То есть лечение относится к третичной. То есть мы начинаем лечение до начала сезона цветения, потому что амброзия выделяет пыльцу уже в июле месяце. Самый пик наступает в августе месяце и сохраняется до конца сентября. То есть человеку, у которого диагностирована аллергия к пыльце, должен обратиться заблаговременно, то есть за 2-3 недели до активного цветения к врачу-аллергологу,
которые распишут ему лечение на весь период цветения, а также порекомендуют, какими препаратами. У нас большой выбор препаратов для лечения, очень эффективных. Плюс еще нужно исключить перекрестные реакции с продуктами. И это еще диета. Естественно, обязательно диета. И таким образом человек переживает этот период достаточно хорошо, не нарушается общее состояние, и он может выполнять свою функцию. Дети могут ходить в детский сад, посещать школу в сентябре и, соответственно, иметь нормальный здоровый образ жизни. Кроме того, есть такой метод лечения, как специфическая аллерговакцинация. Это использование определенных молекул или растворов этих же растений, которые вызывают аллергическую реакцию для того, чтобы как бы обмануть иммунную систему. И в дальнейшем при контакте иммунная система не будет так бурно реагировать на контакт с этой пыльцой. Это очень распространенный метод лечения. Его активно сейчас внедряют в Европе. Они пытаются больше очистить эти растворы, используя специфические белки, имея достаточно эффективные результаты. У нас тоже есть этот метод, но, к сожалению, он немножко затратен для людей среднего достатка. Зрозуміло, але ефективний. Очень ефективний. Так. Ну, тут вибір між здоров'ям і гарним самопочуттям і кошиком споживчим. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от матусям, батькам дітлахів із сезонною алергією, ось просто зараз, які поради конкретні можна було б дати? Ну, сейчас у меня достаточно много детей на приеме. Мамы, конечно, если услышат эту информацию, тут же пойдут на консультацию. Независимо от того, есть симптомы или нет, я никому не отказываю. Поэтому мы проводим скрининг на аллергические реакции, то есть это биохимическое исследование на количество иммуноглобулина Е в крови. После этого скрининга вне сезона цветения проводится аллерготестирование, то есть определяется, какой вид пыльцы является причиной, и, соответственно, дальше я уже даю рекомендации. Сейчас же на приеме мы используем симптоматическое лечение, то есть во время цветения, потому что других диагностических мероприятий мы провести не можем, они не проводятся в сезон цветения, поэтому я предупреждаю мам, что аллергопробы не проводятся с мая месяца, с конца мая месяца по конец октября, в связи с тем, что в этот период наибольшая полезность. И если вы заметили, что у ребенка есть такие симптомы, что я перечислила раньше, и нет лихорадки, обратитесь к педиатру или обратитесь к аллергологу для того, чтобы провести это обследование. А якісь такі загальні рекомендації можна дати? Ну, во-первых, ми повинні, приймаючи медикаменти, обов'язково очищати слизистую носа, промивати нос, горлышко полоскати після посещення вулиці, прийняти душ в кращому випадку, використовувати сонцезахисні очки, головний убор, тому що в волосах знаходиться велике кількість пыльцы. І пыльца амброзія, допустим, дуже активно летить іменно з воздухом в утренні часы, в то время как другие растения распределяются в течение дня. Поэтому, если вы проветриваете открытая балконная дверь, окно, занавешивайте его влажной тканью, которую периодически нужно легонечко снять, постирать и обратно повесить. Зволоживать повітря в кімнаті, так? Желательно. Влажная уборка утром и вечером для того, чтобы убрать эту пыльцу, которая залетела. Кроме того, перед посещением таких мест, как загород или дача, где все-таки больше полинация, потому что рядом поля, использовать барьерные препараты для того, чтобы эта пыльца не внедрялась в слизистую носа. Может быть прием профилактических антигистаминных средств, если вы планируете контакт с аллергеном, но этим не стоит злоупотреблять. Так, бережіть своє здоров'я, будьте здоровими.